Это Диана. А где Люся? Понятия не имею. Пошел налево, опять пошел налево. Ты прости меня, моя королева. Пошел налево, не хотя пошел налево. Ты не простишь, ну что же я наделал. Тощая вон как щепка. И темперамент как у мороженой рыбы. Совсем на меня не похоже. Мне кажется, что двоих таких, как ты, наша семья не видишь. Лёва. Здесь как-то душно. Гарик, тебе не душно? Mm-hmm. Не душно. Лёва, открой окно, пожалуйста. Лёва, ну ты что, не видишь сквозняк? Закрой окно. Открываю. Вам надо прогреться. Давайте я печь стоплю. Если на печи лежать, ходить разучишься. Слышь, дед, сначала куры попрут, потом мы. Под дождь попал. Что вы говорите, дождя не было сегодня. Ты врач? Болезни лечишь или прогноз погоды угадываешь? Слушай. Вот если бы твоего ребенка обижали, что бы ты сделала? Да не дай бог. Вот видишь? Мама, если ты проверяешь, держу ли я спиртное, то зря. Я просто принесла рамку для фотографии. Смотрю, куда можно ее поставить. Ты хочешь, чтобы в эту рамку я когда-нибудь поместил свою свадебную фотографию? Никто мне не заменит никогда. По-моему, у них важный разговор. Да? Тем более, какие могут быть важные разговоры на голодный желудок, а? Ну что, блины вкусные? Ешь. Красивая девочка с лазурными волосами снова появилась в окне. За окошком все темнее, утро ночи мудренее, глазки закрывай, полюбай. Это моя дочь, она пойдет со мной! Оставь ее!